О, смотрите, ребята, я горю, помогите, я горю. Я такой этот призрачный гонщик, ребятки. Погнали. Во-во-во-во, вот это мы хотели. Смотрите, сколько мы флипов сделали, ребята, вы видели? Вы видели, сколько мы сальто сделали? Вообще крутяк. Да ну. Давай, держись. Все уже бесполезно держаться, да. Всем привет, ребятки. Вы на канале Cool Games. И давненько мы с вами не играли в игру Hill Climb Racing. У нас тут немножко подсобиралось пожеланий от подписчиков. И давайте-ка их сейчас будем выполнять. Так, меня и спросили на мотоцикле прокатиться по вулкану или на карте вулкан. Давайте-ка выберем где-то мотоцикл наш. Тут был. Где-то он? Вот он, мини-байк. Ну, мини-байк это будет мотоцикл. Так, и карта вулкан ищем, ребята. Так, карта вулкан. Где наш вулканчик? Вот он. Так, наш мотоцикл прокачан весь полностью. И поехали! Так, наш... О, тише. Мини-байк этот мотоцикл наш крутой. Наш Соня. Еще ее тут предлагали назвать Храпун. Газует себе по вулкану. И жается в лаве, ребятки. Так, берем топливо. Прикольненький это мини-байк этот. Тише. Газует так неплохо. Только вот может назад перевернуться быстро. Клевой-ка, храпунчик наш. Чувачок, спящий на ходу, он с закрытыми глазами так и ездит на мотоцикле на этом. Так, ребятки, тише, что это такое? Слетел он с него. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, уже пешком сейчас побежит. Ну ладно. Пробуем еще раз, ребят. Погнали. Какой у нас тут рекорд? 446, пока. Погнал, давай, Соня наш, храпунчик. Газуем, лава, проезжаем по лаве. Ой, это главное не застаиваться на месте. Фух, уже сгорели, наверное, ноги там. Так, ребятки, едем дальше. А ему хоть бы что, он спит себе и все. Наш чувачок этот, водитель наш. Колеса даже не горят у нас в лаве. Едет наш мини-байк по вулкану. Так, газуем. Тише, аккуратненько. Да, этот мотоцикл сложный, такой немножко в управлении. Резкий, очень резкий. Так, у нас третий уровень тут. Сколько мы тут? 530 метров проехали. Нормально идем. Нормально. Тише, аккуратненько. Давай, заезжаем. Потихонечку. Вот так, собираем монетки и едем. И здесь все трасса начинает все хуже и хуже нам становиться, ребята. Так, горочки появляются такие. Лава. О, смотрите, ребята, я горю, помогите, я горю. Я такой этот призрачный гонщик, ребятки. Так, ладно, едем дальше. Кстати, у нас топливо заканчивается. Вот оно, вижу топливо. Подъезжай. Фу, чуть дотянули. Так, ребятки, топливо. Где там еще топливо? Газанем. Отлично, залетели. Сколько мы уже проехали? Почти 900. Топливо перелетели. Ой. Так, тише, вот аккуратненько. Так. Вот так, давай, залетай. Главное взять топливо, жадина какая-то у нас выскочила. Что, мы так много монет собираем, что нас жадиной звали? Или что? Так, топливо! Нет, давайте назад, он не хочет туда ехать. Так, значит, ищем впереди еще топливо. О, полетели, сальто не будем делать. Вот топливо, ребята, потихоньку, я опять становлюсь призрачным гонщиком, весь в огне. Давайте где-нибудь сальто, может, все-таки сделаем? Ну-ка, давай, не здесь. Давай вот здесь, нет, здесь тоже слабенько. Давай, сальтушку! Вау, ребята, да! Флип сделали, тише. Погнали, и еще сальто! Давай, бэкфлип! Отлично, ребята! Сколько мы проехали? 1200 уже, ничего себе! Так, здесь сальто не будем делать. Едем. Так, опять мы становимся горящим таким человеком на мотоцикле. Тюк, тише. Давай, сальтушку, двойную. Отлично, ребята, вы видели? Двойное сальто, двойной бэкфлип. Так, тише, полет в воздухе у нас идет. Тише, назад. Так, аккуратно. О, все, слетел, ребята, все, бедняжка. Смотрите, он спит, ребята, вы видели? Он все, руку под голову положил и спит. Так, что тут нам такое дают? Вознаграждение, спасибо. Ну что, ребятки, так, я думаю, мы это пожелание выполнили наших подписчиков. Так, и давайте дальше. Меня тут просили покататься на Марсе и на Луне. Давайте выберем какую-нибудь машиночку, другую. Так,
Так, что мы выберем? На чем мы вообще не катались еще? Я уже не помню даже, честно говоря, на чем мы не катались. Давайте вот возьмем, например... Так, мы на этом катались в Биг Фангере. Давайте вот грузовик, я не помню, катались мы на нем или нет. И выбираем Марс или Луна. У нас какие у нас? Луна точно есть, а Марс я не знаю, или наоборот. Давайте-ка посмотрим, какие у нас здесь карты из этих есть. Нам нужен Марс или Луна. Так, фабрика, пляж, вулкан. Так, так, гора, лес, Арктика, планета чужая. Вот, Марс. Есть Марс, ну-ка, Луна. И Луна есть, да, все здесь есть. Давайте Марс сначала возьмем. Поехали. Так, здоровенный грузовик у нас такой, смотрите. Вау, нормально какой-то. Дым валит такой с трубы. Погнали, давай-ка. Наш храпунчик за рулем. Нормально идет грузовичок, я хочу сказать. Такой... Не знаю, по прямой едет и все, даже не дергается. Колеса только, смотрите, как мы такой тяжелый, что колеса же как прижимаются, когда мы приземляемся. Ух ты, здесь на этом Марсе есть все потолок. Все, ребята, голову отбили так. Все, и уснул себе дальше. Да, тут нужно быть аккуратненьким. Давайте-ка еще разочек. Поехали. Потихонечку. Потихонечку. Нам бы хотя бы тут 1000 проехать, и было бы нормально. Погнал, давай, храпунчик. Монетки собираю. Топливо. Наверное, расходы тут много топлива, этот аппарат. Тише, 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 едь, едь. О, ребятка, перевернулись. Да. Неудачная попытка для нашего водителя. Поехали еще разочек. Но с третьего раза мы уже должны 1000 проехать. Так, потихонечку, никуда не спеша. Едем, 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 мы на... По Марсу, на грузовике на таком. Нам бы еще под прицеп зацепить. Так, тише, тише. Потихонечку, никуда не спеша. Мы собираем монеточки. Так, давай заезжаем. Буксует наш грузовик. Так, мостик мы перелетели. Тише, вот начинается самое интересное. Топливо взяли. Опять головой, да ну, ребята, я не знаю, тут вообще, наверное, нереально проехать-то. Ну все, ребят, последний раз проезжаем по этой трассе. Уже сколько получится, мы постараемся как можно дальше побить наш рекорд. У нас пока только 424 метра у нас рекорд. Поехали. На грузовике здесь сложно ездить, но мы постараемся. Так, аккуратно, поехали. Потихонечку, потихонечку. Едем, едем. Монеточки наши. Так. Мощный грузовик едет наш. Все, начинается самое интересное. Поехали. Так, едем очень тихонько. Потому что уже потолок этот прямо возле нашей головы. Смотрите, мы приезжаем впритык. Просто впритык. Аккуратненько. Ну что, рекорд мы еще не побили? Нет, ребята, как здесь можно это проехать? Смотрите, вообще! Вы видели, я шапкой задел этот потолок. Где мы едем? В каких-то тоннелях на этом Марсе, я не знаю. Ну ладно, едем потихонечку. Где на этом Марсе мы так ездим? Ладно, едем, едем. Можем ли мы 1000 проехать? Интересно. Так, монеток много собираем. Топливо, нужно топливо нам. Вот здесь прямая, можно газануть немножко. Ой-ой-ой, чуть не задели. Вот это мы выбрали грузовика, да. Тише, вот есть топливо, вижу, отлично. Ребята, чуть не задели острый этот край. Так, мы куда-то выезжаем здесь. Все, заканчивается вот этот потолок. Погнали. О, дыма наделали. Газуем. Давай-давай-давай, тише-тише, полетели. Воу, ребята, смотрите, как мы летим. Куда мы летим, вообще непонятно. Так, взяли топливо, отлично. Поехали. И мы уже 800 метров преодолели. И побьем рекордик. Ну как рекордик, 1000 метров нам хотя бы проехать. Это было бы замечательно. Так, поехали, поехали. О, начинается, начинается, ребятки. Смотрите, какой здесь спуск. Так, нам хоть на эту горку подняться. Не то, что спуск проехать. На горку-то мы поднимемся, а вот спуск. Тише, 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 ребята. Фух, проехали. Смотрите, все, он задел этот потолок. И все, и уснул прямо вот голову вверх, и все, спит.
Да, ребят, ну, думаю, задание мы выполнили. Так, и дальше. И дальше нам просили, нас просили покататься на Луне. Давайте выберем другую машинку для Луны. Я даже не знаю, что выбрать для Луны. Давайте вот этот супер недорог. Так, стоять. Это не то. Хотя, давайте возьмем багги. Давайте на Луне. На багги покатаемся. Так, где Луна наша? Вот. Итак, ребятки, мы на багги. Будем кататься по Луне. Полетели! Да, реально, мы, ребятки, просто летим, потому что здесь нет гравитации. Полетели, полетели. Багги, прикольные багги. Газует. О, смотрите-ка, мы в воздухе летим. Ничего себе, вообще летим, как на самолете. Так, где-то приземлимся хоть куда-нибудь? О, куда ты улетел? Вот, отлично, ребята. 500 метров уже преодолели. Да, быстренько мы тут летаем. В воздухе опять наш Соня спит, храпунчик наш. Так, топливо, давайте возьмем топливо. Все, взяли и погнали дальше. Полетели. Так, сальто пока не будем никаких клипов делать. Просто будем летать, ребятки, просто летаем. О, ничего себе, мы как приземлились. Аккуратненько, аккуратненько. Ну-ка, давай назад. Давай. Тише. Куда мы полетели назад вообще, ребята? Что это делается? Куда-то врезались, непонятно, прозрачно куда-то. Так, нет, сальто он плохо здесь, кстати, делает. Клипы не очень здесь. Из-за того, что, может, нет гравитации, из-за этого? Так, тише, аккуратненько. Газуем и полетели. Вот так, просто парим в воздухе, летим все спокойненько. Куда неизвестно, конечно. Топливо заканчивается, ребятки, топливо. Где бы топливо взять? Вот оно, топливо. Есть, взяли. Правда, мы назад куда-то опять полетели. Ну, приземляемся. Погнали. Ого, вот это мы хотели. Смотрите, сколько мы клипов сделали, ребята, вы видели? Вы видели, сколько мы сальто сделали? Вообще крутяк. Так, полетели в воздух. Еще сделаем один такой клипчик. Бэкклип. Так, отлично, ребят. Флип, задний флип. Так, едем дальше. Нам нужно топливо. Вернее, мы даже не едем, ребята, мы летаем. Ох, все, сломал шею себе этот наш водитель. Болтается там. Ну что, ребятки, это задание, я думаю, можно тоже считать засчитанным. Мы выполнили. И давайте-ка, ребята, еще выполним одно задание. Меня просили покататься на радуге. Вернее, по радуге на Драгстере. Ребятки, Драгстер. Где наш Драгстер? Вот наш Драгстер. И радуга. Где-то была радуга наша. Красивая такая трасса. Вот она. Поехали, ребят. Так, Драгстер крутейший наш. Погнали. И мы на радуге. Воу, что тут сразу такие? Ты хочешь перевернуться? Да ну. Давай, держись. Все уже, бесполезно держаться, да. Быстро он себе шею сломал. Так, еще попыточка. Драгстер такой мощный, что очень тяжело им совладать. Так. Луна, вернее, не луна, а радуга это. Так, ребята, монетки собрали, поехали дальше. Так, конечно, нам задание тут подкинули очень тяжелое. Ну же. Все, не смог я докрутить. Да, тяжело здесь на Драгстере. Да, ребятки, как будто подписчик, который написал нам вот это, чтобы мы так проехали, знал, что здесь так тяжело на Драгстере кататься. По этой трассе. Тише. Ну ладно, мы все-таки постараемся хотя бы нам 500 метров проехать, ребятки. Давайте 500 метров проедем и будем считать, что задание выполнено. Так, что такое? Забуксовали. Ой-ой-ой, что делать, ребята? Мы застряли. Что теперь делать? Все, застряли. Никуда не можем уехать. Да. Ну ладно. Давайте тогда еще разочек попробуем сначала. Полетел Драгстер, давай-ка. Слушай, аккуратненько. Так, ребят, наш спойлер оторвался уже. Мы едем уже без спойлера. Вернее, мы уже летим. Так, спойлер был у нас как защита. Куда мы полетели-то вообще? Вниз. Я не понял, ребята, куда мы улетели? Все? Там пустота? Да, улетели, ребята. Ну все, друзья, все. Самая последняя попытка. Сколько проедем, столько проедем. Все. Так, поехали. Аккуратненько. Этот Драгстер похож на морковку.
едем, едем. Наш Соня спит там на ходу, как обычно. Ему все хорошо, а вот у нас не получается, ребята. Сколько проехали? 260. Ну-ка, может получится хоть 500 проехать. Так, приземлились? Куда приземлились? Все, ребята, куда-то вниз полетели. 359 мы только проехали и улетели вниз куда-то. Все. Все, ребят. Ох, будем считать, что задание выполнено. Ну что, ребятки, вроде как все задания, которые вы мне писали, я выполнил. Может быть, не очень хорошо, но я старался. Так что пишите новые задания, будем пробовать их выполнять. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, друзья! Пока-пока-пока!